kann der sich sonst voranstellen? Die Spione gehen schon früh genug kaputt. Как я замерз. Все Рождество празднуют, а мы тут на морозе трещим. Поверь мне, лучше уж здесь на холоде, чем там в подземелье. Это уж точно. Impressive.
солдатам пошли плохо. Я согласен, это ужасно. Это были наши люди. Наши люди были закрыты с этими тварями.
Бог мой, что же они с тобой сотворили, выродки? Безупречный экземпляр, сколько силы и воли. Его и наработки по проекту Лопер забирают в мою новую лабораторию в Норвегии. Все остальное здесь нечто. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья и случайные зрители. И с вами был я, Мистер Найс. Если вам было интересно знать, насколько было тяжело проходить Dark Matter, можете посмотреть закрепленный комментарий. Я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и удачи. Превосходно! Мое самое безупречное детище. Суперсолдат. Док, от экспедиции с Арктики пришло сообщение. Они там что-то важное нашли. Ну наконец-то! Отправьте туда группу Ульриха Кранца. Пускай лично все осмотрит. Согласитесь, очень странное сооружение. Оно скорее похоже на какой-то единый механизм, чем на пирамиду. Меня больше напрягают вот эти окаменелости на вид как яйцо. Нет, давайте все-таки подождем подкрепление. Дальше вглубь как-то неохота самим пробираться. Эй, как же твое археологическое любопытство, первооткрыватель? Ну, у меня еще сохранился инстинкт самосохранения. Стойте, я что-то видел. Опять ты со своими шутками. И я видел, он там сверху, в дыре.